И сегодня у здания МВД в столице Чувашии открыт памятник герою Советского Союза Алексею Логинову. Подробности далее. Равнение на середину! Памятник Алексею Логинову установили на улице, которой прошлым летом присвоили его имя. За это в ходе интернет-опроса проголосовали многие горожане. Создать мемориальный объект – инициатива МВД. Не прошло и года, как образ героя Советского Союза был отлит в бронзе. Алексей Логинов родился в деревне Абыково Атаевской волости. Сейчас это Красночитайский район. До войны он работал в отделении милиции. На фронте стал командиром стрелковой роты. Звание Героя Советского Союза ему присвоили посмертно после подвига в боях за западный берег Днепра. В 1943 году при форсировании Днепра лейтенант Логинов стал примером самоотверженности и мужества. С бойцами занял высоту, удерживал ее до подходов основных частей. Мемориальные комплексы героям войны в республике открывают каждый год. Сохранить память о поколении победителей – крайне важная задача, отметил глава региона. И открывая этот памятник, мы включаем тоже его в реестр. Он станет 1375-м. Мы помним наших участников Великой Отечественной войны. К сожалению, и очень горько, ветеранов, участников Великой Отечественной войны с каждым годом становится все меньше и меньше. Их на сегодня 542. В бронзовом памятнике образ командира, ведущего за собой солдат. Эскиз признали лучшим по итогам конкурса. Авторам скульптуры помогали и родственники Алексея Логинова. От всех родственников хочу сказать большое спасибо за всю эту проделанную работу. К постаменту памятника Алексея Логинова глава региона, ветераны, сотрудники МВД и кадеты возложили живые цветы. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев, Республика.